Привет! Сегодня хочу показать, как я ухаживаю за лапками моей собаки, так как у нее сосуды расположены на ногтях ближе, чтобы не травмировать, я их пилю пилкой, человеческой пилкой. По-моему, 80-80, если я не ошибаюсь. Могу ошибаться, но вы спросите самую грубую. Если часто это делать, и вас не царапает при игре собака, и резать не надо ножницами, вести куда-то. Короче, все покажу. Очень легко и просто. И с вами вы можете это сделать, и собаке приятно. Так вот, я не даю, чтобы собака не устала, день все лапы не делаю. Поэтому беру каждый день по одной лапке. Вот у нас такие длинные ногти. Они и меня царапают, и сама может. Поэтому беру лапку. Собака лежит. Беру вот именно этот палец руками, чтобы вы пальцами. Мне так удобно. И начинаю пилить. Постелите что-нибудь, чтобы вы не пачкались. Если вас это не смущает, можете и так. Не усердствуйте. И другую. Не чихай. Пощупайте хорошенько, если вас где-то чувствуете. Вот у меня вот пятый палец, как у нас, чуть-чуть цепляет. Я ее тоже слегка не фыркаю. Слегка вот этот острый угол уберу. И собаке приятно, и вам удобно. Разве не прекрасно, когда ваше чудовище довольно жизнью?